Яркие красочные костюмы, студенты из разных стран мира, общающиеся на различных языках. Все это можно было увидеть на гала-концерте фестиваля иностранных обучающихся Казанского университета «Мозаика народов мира». Я представляю народ Казахстан. Хотелось побыть немного своей общине, пообщаться на казахском вместе с своими родными. Мы представляли Грузию, выступали с номером, с кавказским танцем, и мы готовились достаточно долго, уже с первого, с сентября уже мы начали подготовку. Зрителям мы пытались передать красоту вообще кавказской культуры, кавказских народов. Мы репетировались каждый день, и уже почти месяц. Да, в Альдине, но мы тоже чувствуем гордиться, потому что скоро будем, и будем показать их, что это Колумбия, и как мы, Здесь были представлены и колоритная Мексика, и богатые традиции Казахстана и Узбекистана, и Дикий Запад, и яркие красочные страны Африки. Иностранные студенты и аспиранты Казанского федерального университета представили культуру стран, из которых они прибыли, а также показали все свои таланты. Анна Глазунова, Владислав Михневский, Универньюз.